Олеся, добрый день. Здравствуйте. Закончился в Дохе в начале октября чемпионат мира по легкой атлетике. Как вы оцениваете его итоги для российских спортсменов? Хочу вам сказать, что, наверное, это был очень трудный чемпионат, потому что сезон сложился достаточно длинным. Выступали спортсмены наши в октябре месяце. Держать такой долгий сезон трудно. Приходится делать два пика. И я думаю, что еще Доха со своим климатом и дальностью, конечно, очень сильно повлияла на тяжесть этого события. Но те лидеры, на кого рассчитывали, достойно выступили прекрасно. Мария Лосицкене выступила, Сидорова, Анжелика. Замечательные вообще победы, которыми мы гордимся все. И высотники, и Илья, и Ванюк, и Михаил Акименко прекрасно тоже выступили. И, несомненно, ходок наш Мизинов заслуживает больших аплодисментов. В таких условиях выступать, идти и дойти. Очень же много спортсменов просто не завершили свои выступления в связи с жарким климатом. Выносливости было там, конечно, очень тяжело. Но все справились. Чемпионат вызвал много споров и вопросов. И не только из-за погоды, но и говорят, что не очень хорошее было питание. На ваш взгляд, вообще вот нужно было в Катаре проводить мировое первенство, соревнования такого уровня? Трудно говорить об этом, нужно, не нужно. Если Международная Федерация решила проводить там, наверное, нужно. Судя по картинке, которую показывали по телевизору, было достаточно эффектно. Хочется оценить инновации, вот, представления спортсменов, как выходили все на дорожку. Очень было много таких шоу-элементов. Вот, эффектно. По съемка, питанию, которая вызвала много споров, съемка. Нижний, с нижнего ракурса. С нижнего ракурса, да, меня тоже она немножко улыбнула, скажем так. Ну, на любителя. Мне не показался на какой-то интересный. Какого-то взрыва со старта, каких-то выразительных лиц с этого ракурса тоже не сильно было видно. И как-то меня не впечатлила вот эта съемка с колодок. Больше мне нравится, когда это со стороны видно, когда затишье на стадионе, когда все устремлены попасть в выстрел и выбежать качественно со старта. И съемка со стороны мне больше нравится, нежели такая. Ну, в общем-таки, нам трудно это оценить. У телевидения, у шоу свои какие-то сейчас требования, регламенты. Поэтому, возможно, кому-то это понравилось. Но лично мне не очень. Дистанция 400 метров у женщин победила представительница Бахрейна Сильва Нессер. С третьим результатом в истории. Она показала очень быстрые секунды. Вас удивил такой результат и вот то, что она стала чемпионкой мира? Да, меня очень удивил этот результат. Я, конечно, в Инстаграме выложила свое удивление, выложила ее фотографию. Она тоже очень сильно удивилась ему результату. Собственно говоря, как мы все, это что-то потрясающее. Причем внешне она не сильно мне напоминает какую-то суператлетку по сравнению с девушкой, которая была второй. Но я очень удивлена. Судя по картинке, она, конечно, прекрасно бежала, набегала. Потрясающее время и на 200, и на 300, нет, на 300 особенно. И последний кусок 100-метровки, просто какие-то чудеса. Но эстетически смотрелось великолепно, конечно. Удовольствие прям получила огромное, глядя на этот бег. Но результат сумасшедший. Я даже не знаю, что ждать от нее следующие чемпионаты. Дай бог, она зацепит мировой рекорд. Но уже пора, конечно. Мой рекорд России недавно пал. Спасибо Полине Мидлер. Он стоял так долго, 20 лет. И Полиночка выбежала из моего рекорда. И я очень рада, что он пал. Особенно по Полине. Если говорить о рекордах, вот в легкой атлетике многие рекорды стоят не одно десятилетие. Если сравнить, например, с конькобежным спортом, где
далеко пошла технология, да, и изготовление и коньков, и льда, и комбинезонов. В легкой атлетике что-то тоже поменялось, и покрытие, и шиповки. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, почему так долго стоят рекорды, почему они не двигаются с места? Что касается экипировки, да, у нас бренды работают над этим, работают в сторону облегчения, работают в сторону какой-то легкости, воздушности всех этих конструкций, бесшовности. Ну, возможно, это как-то помогает, но, конечно, не настолько. Не хочу сказать, что результаты стоят. Много было рекордов за последнее время. И Хасан бил рекорды на чемпионате мира. И подходит близко к рекордам уже и Усейна Болта. Там спринтеры не дремлют тоже, но стараются. Я думаю, что все впереди. Ну, мы, конечно, отстаем от плавания немножко. Но то, что у нас их мало, я бы так не сказала. Вот если вернуться еще к Дохе, китаянки допустили такую чудовищную ошибку в эстафете, с передачи эстафета на 4 по 100. На ваш взгляд, вот, что у спортсмена происходит в момент передачи эстафет такой в голове? Почему такие ошибки? И это ведь не первый раз уже такое происходит. Вы бегали не раз эстафеты, завоевывали медали. Вот, что может повлиять на вот такие вот какие-то решения непопулярные, которые бы в тренировке никогда бы такое не сделали? Китаянки, да, у них очень забавная передача, конечно, получилась. Трудно себе такое представить. Я первый раз сталкиваюсь именно с такой историей на чемпионате. Обычно, как из моей практики, мы эту передачу тренируем настолько качественно, доводя до автоматизма, что, мне кажется, если нас там поставь без разминки, сейчас надо ее передать, то тот навык, который оттренирован, он остается надолго и очень трудно ошибиться. Возможно, просто им не хватило немножко набеганности в этой ситуации, и они не успели почувствовать так друг друга. Еще сильно, может быть, сказалось волнение. Китаянки в эстафете 4 по 100, возможно, не так попадали часто в обойму, в 16 лучших, поэтому, скорее всего, у них нет такого большого опыта. И справляться с волнением в момент эстафеты тоже очень важно, потому что ответственность за всю команду. И, возможно, волнение это как-то сильно сказалось на этой передаче, но они таки справились. Это было очень смешно. Ну, говорят, что они были одними из претенденток на подиум. Ну, возможно, это тоже их сильно давило. И так хотели быстро пробежать, хотя я уверена, что китайцы не могли себе позволить не отработать эту эстафету. Не знаю, что было у них, но выглядело это очень забавно, конечно. Как вы сказали, есть целая плеяда молодых перспективных спортсменов и в России, наверное, не только в России. Но нам, конечно, интересны наши спортсмены. Вот на ваш взгляд, что можно сделать, чтобы повлиять на эту несправедливую ситуацию? Нам обзавестись грамотными юристами или какая-то есть другая причина, вот повод, чтобы повлиять на федерацию международную, чтобы они все-таки как-то считались с интересами нашей сборной? Мне кажется, что просто надо быть первыми. Первыми, причем на голову сильнее. Когда ты на голову сильнее, мне всегда об этом говорил тренер. Не надо там пытаться заскочить в последний поезд, не надо быть там третьей, я куда-то чего-то успею заскочить, попасть. Вот когда ты на голову сильнее, ты даже не волнуешься о том, что тебя куда-то не возьмут. Поэтому нам просто надо быть всем очень сильными, быть лидерами, быть лучше всех остальных. И с этим трудно не считаться. Когда ты лучший, конечно же, на тебя будут смотреть, тебя будут звать, тебя будут приглашать, тебя будут оценивать качественно как атлета, будет успех, будет слава и все остальное. Сидеть и рассуждать, как все несправедливо, наверное, на это уходит очень много сил и энергии.
Мне кажется, что лучше эти силы потратить на тренировочный процесс. И жизнь спортсмена, она достаточно короткая. И надо максимально ее отрабатывать. Вы сейчас занимаете должность по подготовке, осмотру спортсменов московских, сборных команд. И у вас на виду все перспективные спортсмены. Какие вообще перспективы у нашей команды московской? И когда мы уже увидим новых звездочек, новых Шубенковых, Лисицкини? Когда это произойдет? Да, я сейчас работаю как раз со сборной команды. Очень интересно. Меня как раз эта сторона моей работы очень устраивает. И очень нравится, когда я вижу, как растут новые атлеты, что у тебя есть возможность им помочь, где-то что-то подсказать, где-то что-то посоветовать, где-то поддержать. Это очень здорово. И я сейчас так ценю тех людей, которые со мной трудились, когда я была еще спортсменкой. И я немного не осознавала тогда степень их работы, ответственности и всего остального. Сейчас вот, побывав и с той стороны, и с этой стороны большого спорта, это у меня большой, конечно, опыт интереснейший. Атлеты есть. Были, есть и будут. Как Москва по сравнению с другими регионами? И какие вы выделили бы регионы в России, которые, скажем так, сейчас на лидирующих позициях в легкой атлетике? На лидирующих позициях столица, конечно же, Санкт-Петербург, ну, крупные города, Краснодарский край, все время в конкуренции с нами, Сибирь никогда не отстает, Челябинск, Екатеринбург, Чувашия. Есть у нас и Ямало-Ненецкий автономный округ, который тоже конкурирует очень хорошо. На Волге Татарстан. Ну, достаточно. Те крупные города, которые у нас в России присутствуют, они конкурентоспособны по части вот, спорта. А не, крупные может там быть, вырастить? Звездочка какая-то вырастить? Конечно. Я как раз хотела сказать о том, что в малых городах у нас кузница тех звезд, которые приезжают потом в крупные города. Из Калуги, например. Ну, например, из Калуги, да. Потому что там немножко экология другая, немножко все, искушений меньше. Есть возможность сконцентрироваться именно на своей деятельности. Мне кажется, у нас сейчас перспектива за малыми городами. По крайней мере, когда я езжу в малые города, я говорю: ребята, вы наша кузница. Здесь наши надежды все растут. Они приедут, конечно же, в большой город, но вот у вас они рождаются. И пожалуйста, если у вас есть там какие-то прям одаренные дети, берегите их, замечайте их на уроках физкультуры, и как меня заметили когда-то, и прям направляйте в спорт. Иногда приходится слышать от специалистов в области легкой атлетики, что, к сожалению, мы сейчас добиваемся каких-то результатов, вопреки в основном, потому что материально-техническая база не соответствует тому уровню, да, который показывает, тому уровню результатов, которые показывают российские спортсмены. Например, есть проблемы в Санкт-Петербурге со стадионами по легкой атлетике, особенно манежами. Лужники, как мы знаем, закрыли, да, и теперь это футбольный стадион. Вот на ваш взгляд, насколько остро стоит эта проблема, и если да, то возможно ли ее какое-то решение в ближайшее время? Проблема баз стоит у нас всегда остро. Мне кажется, в любом городе она стоит. По части легкой атлетики и в Москве стоит, и в Санкт-Петербурге. Конечно же, хочется, чтобы они были в большем объеме. В Европе, например, там они могут быть в каждом учебном заведении по стадиону 400-метровому, даже и в каком-то жилом районе может быть 400-метровый стадион. А у нас, к сожалению, мало. Даже в столице мало. Спортивных площадок достаточно, но тех площадок, на которых можно провести качественные какие-то спортивные состязания по легкой атлетике, не так много. Я знаю, что сейчас ведется реконструкция «Москвича»,
Есть планы еще пару стадионов, Лефортово, еще какой-то Авангард стадион. По-моему. То есть надежда на улучшение есть? Да, после... да, да, конечно же. Но мне кажется, что за этим будущее, люди приходят туда, где есть база. И нам необходимо, ну, как бы, я имею в виду, ну, тем, кто развивает спорт, необходимо, конечно, предоставить спортивное сооружение, чтобы люди занимались спортом, иначе им некуда будет пойти. Это, наверное, основополагающая такая вещь. Все остальное, там, тренеры, специалисты, они уже подтягиваются. Но если нет дома у спорта, то как бы и прийти некуда. Мы же не можем плавать на улице, бегать на улице можно, но смотря до каких результатов. Ну, марафон. Развивать классические олимпийские виды уже как-то не очень получается. Но чтобы проводить международные соревнования, тоже нужен дом, и он должен подходить по международным стандартам, так как мы строили, например, в Москве чемпионат мира по футболу, все было высококлассно, на уровне последних технологий и по строительству, и по оснащению. Ну, вот такие стадионы, такие спортивные объекты позволяют проводить высококачественные международные соревнования. И, конечно, столице надо к этому стремиться, чтобы у нас были именно такие объекты. У Рены Александровны Винер сейчас остался прекрасный спортивный комплекс гимнастики, да, очень красивый, потрясающая просто конструкция. Восхищаюсь этим домом. Спасибо ей большое за такую красоту, появившуюся вот в районе Хамовников. И понятное дело, что все захотят сразу заниматься и попасть в этот дом и выступать там. Ну, в общем-таки, да, дом у каждого спорта должен быть свой. Дай бог, чтобы... Нужен хороший спонсор легкой атлетики. Алишер Усманов. Да, ну, в общем-таки... Несколько дней назад разговаривал с Евгением Гомельским, и он сказал, что сейчас в баскетболе в российском есть проблема тренерский цех. Вот вы сказали, что тренеры подтягиваются в легкой атлетике. На ваш взгляд, вот новые специалисты, которые появились, они соответствуют тому уровню, на котором они работают, и могут ли они воспитать вот резерв для сборной России? Хочу сказать, что у нас большая страна, и я не могу оценить уровень там, по всей стране, но я знаю даже среди своих коллег, своих друзей, с которыми я выступала, они были членами сборной России и в своих регионах представляли легкую атлетику. Они остались в легкой атлетике. И это очень здорово. И я вижу, что это совсем другие тренеры, другого качества. Они пытливы, интересующиеся, они не стоят на месте, они понимают, что к ним приходит сейчас совсем другой материал. Наши современные дети, они сейчас другие, и по-другому с ними взаимодействовать надо, и все время быть с ними на одной ноге. А где молодому специалисту, тренеру, почерпать знания, кроме таких социальной сети, интернет, да, что где есть и информация полезная, не очень? Есть ли какие-то мастер-классы, семинары для тренеров, проводятся ли такие вещи? Да, конечно, проводятся, и в Москве проводятся тренерские конференции, и Международный олимпийский комитет Сочи проводит тренерские конференции, и Всероссийская конференция у нас сейчас будет скоро в Москве, тренерская. Ну, собираются различные мастер-классы, тренеры делятся опытом между собой. Их, конечно, не так много, хочется приглашать других специалистов из фитнеса, из... людей, которые занимаются психологией спорта, считаю это очень важным, потому что это все может очень пригодиться в легкой атлетике, ну и в разных видах спорта тоже. Вообще я считаю, что вот этот обмен информационный, он важен, нельзя зацикливаться там на одних упражнениях только из легкой атлетики. Да, базовая легкая атлетика является видом спорта, но куча этих упражнений можно использовать и пловцам, и борцам, и борцы могут что-то дать легкоатлетам, и пловцы. Поэтому, мне кажется, вот эта синергия разных видов спорта, встречи, общение, что есть у кого, будет очень интересно, и фитнес много очень может дать. И не хватает информации по питанию, по нутрициологии,
И мне кажется, что сейчас достаточно хорошее такое время для того, чтобы вот заниматься этим вопросом объединения, общения. А как выступают молодые спортсмены в училище Олимпийского резерва номер один? Вот как вы оцените на уровне остальных спортсменов Москвы сборной и российских атлетов? Ну, в училище, во-первых, у нас критерии отбора. Изначально сюда попадают небесталантливые дети. Поэтому, конечно же, то, что у них есть возможность здесь жить, учиться, питаться и тренироваться, это очень здорово, потому что это сильно облегчает какие-то бытовые проблемы. Им здесь комфортнее сосредоточиться на результате и добиться своей цели. 5 ноября вашему наставнику, заслуженному тренеру России Сергею Реутову, исполнилось бы 69 лет. Какие у вас воспоминания остались о нем? Да, Сергея Сергеевича нет давно уже в моей жизни. Честно говоря, у меня были, как всегда у спортсмена с тренером, такие сложные отношения. Что-то мы преодолевали, что-то мы друг друга ломали, что-то мы друг друга доказывали. Но я всегда ему верила. Я не всегда верила в себя. Но когда мне подходил Сергей Сергеевич и говорил: «Олеся, все будет нормально», я ему тогда так тотально доверяла. И я всегда говорю юным атлетам: верьте своему тренеру и доверяйте ему. Если вы перестанете ему верить, то вы сами теряете в себе какую-то уверенность. И вот та синергия между тренером и атлетом, соединившаяся когда-то, она превращается в какую-то невероятную энергию, которая дает вот тот результат, на который вы оба натренировались. Я не могу разделять эти две личности, потому что они неразделимы. Помните тот день, когда пришли в легкую атлетику? Помню. Я пришла в легкую атлетику, когда закончила музыкальную школу. Я просто физически не успевала и туда, и в школу. Поэтому пришлось завершить один путь творческий и начать спортивный. Не думаю, что усердие в творческом моем пути не помогло мне в спортивном. Однозначно помогло, я благодарна тому времени, что я закончила музыкальную школу. Фортепиано, собственно говоря, пальцы, моторика пальцев, она хорошо сказывается на скорости в ногах, потому что руки, ноги все связаны по иннервации. Поэтому я думаю, что тренируя пальцы, я ноги тоже тренировала. Поэтому все получилось и в легкой атлетике. И я начала как раз заниматься где-то в 14 лет. Первым моим тренером был Александр Петелевич Лоскуткин. Мы занимались в обычном зале. Условия были сложными. А были ли такие моменты, когда хотелось бросить спорт? Вот прям не хочу больше заниматься. Было такое? У всех, наверное, бывают такие моменты, что хочется бросить спорт, но находишь в себе мотивацию. Сейчас тебя отпустит, сейчас ты отдохнешь, и опять захочется. Вот если это после отдыха опять хочется всегда быть первый, хочется побеждать. Вообще состояние победы очень долго не отпускало меня из спорта. Когда ты однажды зашел на пьедестал, и в твою честь прозвучал гимн «We are the champions», и это вообще ни на минуту потом не отпускает, хочется это повторять и повторять и повторять. Ваш первый успех – бронза Олимпиады 2000 года в Сиднее. Тогда в команде в эстафете удалось прыгнуть выше головы или, может быть, можно было завоевать медаль более высокой пробы? Это моя первая Олимпиада. Я, честно говоря, туда попала, наверное, потому что тренер очень сильно хотел. Я тогда не могла себе позволить этого внутри осознать. Я, наверное, это осознала только когда стояла на чемпионате мира уже на чемпионате России в финале. Я понимала, что вот теперь, в принципе, я и могу отобраться в олимпийскую команду. Но до этого момента я не верила. Тренер в меня верил очень сильно. И я просто выполняла то, что он говорил, решая проблемы по мере их поступления. Там, я выйду, я пробегу первый круг, и потом я попаду во второй, я побегу второй круг, а дальше, ну, в общем, все поэтапно мы должны решить. На Олимпийских играх я бежала, по-моему, третий этап,
я тогда бежала только в забеге. В связи с тем, что мы выступали в Австралии, у нас был очень неприятный момент, мы не проскочили акклиматизацию. И мы попали как раз на момент акклиматизации, было очень трудно бежать. Соответственно, в финале уже выступали Ирина Анатольевна Привалова бежала. Она уже тогда была олимпийской чемпионкой. И она прошла тот момент акклиматизации, ну, просто, наверное, потому что я была еще юная, меня как бы испугались поставить финал. Но это было очень страшно на тот год. Из юных атлетов была я, Юра Барзаковский, Лена Синбаева. Мы втроем, наверное, из той сборной, которые были вот на этих Олимпийских играх. Все остальные уже были постарше. Вот с тех пор мы как бы вместе. Не обидели, что вас не поставили в финал? Не было такого, нет. Что нет, я могу, поставьте меня. Очень хотелось, да, конечно, бежать, но это потом уже, наверное, было понимание, что жалко, что все-таки меня не поставили. Но тогда было очень страшно. Другой климат, другая страна, никого нет, тренера со мной не было. Я очень благодарна своим старшим девчонкам, 400-метровичкам, которые оберегали, опекали меня. И это было очень трогательно, очень приятно. То, что они не бросили меня, там, как юную спортсменку, да, у нее еще все будет, под свое крыло взяли, вели меня, помогали во всем, на все вопросы там отвечали и не бросали. И иногда спрашивают, а вот там есть у вас конкуренция, да, какая-то? Да, она есть, но она на дорожке. А что касаемо там всех житейских ситуаций, то мы очень друг другу все помогали, очень дружны. Если у вас самая дорогая вам медаль, или которая, может быть, тяжелее всего досталась вам, или все медали вам дорогие? Медали разные. Дорогие, конечно, олимпийские, потому что каждый атлет хочет именно олимпийские медали завоевать. И, конечно же, они не очень дороги. Есть очень тяжелые медали с разных чемпионатов. Я всегда выезжала на международный старт и всегда приезжала с медалью. Не видела смысла ехать и приезжать без медали. Если ехать, то за медалью. А если не за медалью, то лучше вообще не ехать. Поэтому как-то так складывалось, что если я ехала выступать на международные соревнования, у меня медаль была. Ну, все дороги. У всех своя история, у всех свои отборы, сложности сезона, травмы. Преодоление какие-то. 400 метров вообще тяжелая дистанция, там всегда преодоление. Поэтому они мне все очень дороги. Может быть, раскроете для юных, молодых специалистов на эту дистанцию, как ее бегать лучше? И все-таки это спринт или это средняя? Спринт. Это спринт. Вообще очень интересно, как я выбрала 400 метров. Преподаватель по физкультуре предложил мне выступить за школу на первенстве города за школу. И, значит, сказал мне: Леся, там есть 100, есть 200, 400. Ты что выбираешь? Я говорю: а как? Вот я даже не представляла себе еще это как-то там 400 на стадионе. Ну, 100 там быстро надо бежать, сразу быстро. Ну, а 400 можешь, говорит, помедленнее начать. Тут меня он, конечно, дико обманул. Можешь начать помедленнее. Не помедленнее. Я выбрала, ладно, говорю, 400 побегу. И вообще, с тех пор, я, когда я сказала 400 побегу, я так и бегаю 400. Так ее помедленнее надо бежать? Или так же, как 100, так 4 раза? Так же, как 100, так 4 раза. Какие мысли? Вот остается там, минута до старта. Вы сбросили костюм, вышли на дорожку. Вот объявляют участников забега. Это объявление так, около 30-40 секунд, это не быстро. Вот в этот момент о чем вы думаете? Вот, Олимпийские игры, чемпионат мира, важнейшие старты. Какие мысли? В этот момент лучше не мыслить. В этот момент лучше сосредоточиться на себе. Вообще энергия у спортсмена, она такая больше внутренняя. Черпать ее, когда ты выходишь
на арену уже на старт извне просто бессмысленно. Это, наоборот, забирает. Когда я выступала первый раз на Олимпийских играх, мои старшие девчонки помогали мне, говорили: «Никогда не смотри на трибуны, это забирает очень много энергии, ты начинаешь волноваться». Я старалась перед стартом взбодрить как-то себя. Во-первых, успокоиться, подышать, чтобы не было тремора в организме, истеричного вот этого, что все, волнения какого-то дикого, что ты не можешь справиться со своими мыслями. Сказать себе пару ободряющих слов, что я молодец, я столько трудилась, я сейчас должна показать максимум, у меня все получится, я все могу. И когда становишься в колодке, уже, в принципе, не страшно. Страшно только вот в ту минуту, когда тебя представляют. И один секрет, который я говорю всегда спортсменам: когда вас представляют, улыбайтесь. Это вообще снимает напряжение. Просто улыбайтесь. Если вы вдруг понимаете, что вы дико волнуетесь, просто попытайтесь улыбнуться. А вот за сутки, там, допустим, когда вы узнали, с кем вы бежите, узнали забеги, или нужно заснуть в ночь перед стартом, что вам помогало расслабиться? Может быть, слушали классическую музыку или почитать книгу какую-то, посмотреть фильм? Что помогало? Какие такие были методы? Книга, музыка классическая. Я, так как я воспитана на классике, музыкальная школа не проходит даром. Слушала музыку, просто пообщаться с кем-то, с тем, с кем тебе приятно пообщаться. Не на тему спорта однозначно. Что-то поделать руками. Не знаю, у нас там девушки возили какое-то вышивание, какое-то вязание. То, что успокаивает, а моторика, которая успокаивает тебя. Просто погулять. Вообще отслеживание одной мысли, что сейчас ты думаешь о старте. Просто я сейчас думаю о старте. Я не, сейчас, мне нельзя об этом думать. И ты сразу, ловя эту мысль, пытаешься от нее избавиться. Вот и все. Сейчас короткие вопросы, угу, и ответы не обязательно. Короткий блиц. Чай или кофе? Кофе. Отдых на море или в горах? Не могу разделить, мне и то нравится. Вот сегодня, если, то на море. А летом в горы? А летом, ну да, в горы, но нет, зимой в горы. На сноуборде покататься можно. На небольшое расстояние, если надо преодолеть небольшое расстояние, поедете на машине или пройдетесь пешком? Пешком. Работа в офисе или свободный график? Свободный. Чемпионат мира в помещении или на открытом стадионе? Если думать о моей карьере, то мне и там нравилось. Есть своя специфика, особенно в беге на 400 метров, потому что это два круга. У меня получалось. Не могу разделить, но, наверное, все-таки по классике стадион. Усейн Болт или Карл Льюис? Усейн Болт. Бог спринта – это Усейн Болт. Силовая подготовка или бег? Бег. Без силовой подготовки трудно. Любому атлету. Будет выбор, вот вам скажет тренер. Допустим, сказал бы раньше. Бег.